Все профессии очень тяжелые. Все профессии очень тяжелые. Другое дело, как ты работаешь. Если ты работаешь честно, то вся тяжесть и все невзгоды, которые выпадают на твою профессию, в том числе и актерскую, в результате приносят тебе какое-то удовлетворение. Да, если ты вкладываешь в это и таланты, душу и так далее. Другое дело, что здесь наш герой талантливый, однозначно попавший в эту, как вы говорите, профессию. Хотя это не, я считаю, что это не профессия. Получает по заслугам, потому что не все, скажем так, действия, которые ты делаешь честно, то есть он получает по заслугам, просто потому что заигрался. Так же, как и во многих других профессиях, если ты чувствуешь себя богом и виртуозом, но это приносит другим людям несчастье, да, рано или поздно ты получишь по заслугам, даже если ты Моцарт в этой истории. Вот и все.